Приветствую, друзья! Сегодня мы будем тестировать безглютеновую продукцию. Почему безглютеновую сегодня? Потому что мы расширяем ассортимент безглютеновой линейки у нас на сайте. Диетика. Здесь вот можно прочитать, да? Диетика – это завод, который небольшой завод в Санкт-Петербурге, ну, в области там, да? Начал с того, что начал делать кукурузные макароны. Делал он это не на коленке, а ездил в Европу, оценивал опыт других производителей, закупал оборудование, тестировал, подбирал рецептуру, таким образом, чтобы это было не просто безглютенно, но еще и вкусно. Фабрика гордится тем, что, производя безглютеновую продукцию, она у нее вкусная, по доступной цене и при этом гипоаллергенная. Конкретно не согласна с последним там пунктом, что она гипоаллергенная вся. На самом деле это не совсем так. Сейчас разберемся, в чем причина. Если в комплексе смотреть всю продукцию диетики, то можно разделить ее на три участка. Первое – это макаронные изделия, да? Здесь все окей. Второе – на вкладках листайте фотки, вы увидите, да? Это печенюшки, это второй класс такой. И третье – они, диетика, является импортером из Европы бренда вот Гранаролла, вот, который производит тоже различные всякие печешки и хлебные какие-то вкусняшки, скажем так. И вот о каждом пласте вот этом сейчас мы отдельно скажем. Читая состав, да, все в порядке. Это макарон, это рисовая мука или кукурузная, или гречневая в составе. Крахмал, вода. Ну, как правило, да. Поэтому все чисто, все хорошо. С составом можно брать, можно покупать. Цены приемлемые, демократичные. По вкусу, повторяю, да, протестируем после видеообзора и допишем, доскажем, дошлем вам информацию. Вот. С мучной смесью тоже все в порядке, да. Сейчас будем пробовать печенюшки. Вот они вот так вот выглядят. У людей с целиакией, как правило, 30% рациона занимает вот пища, в которой есть глютен. Поэтому им нужно заменить 30% объема пищи безглютеновой продукции. В погоне за вкусом и тем, чтобы люди чувствовали себя так же комфортно, как и все остальные производители, часто забывают о том, что, ну а из чего вы это все делаете, да? Поэтому вот, читая состав, да, рассказываю, значит, у диетики, в печенюшках. На первом месте рисовая мука, макарон, маргарин для выпечки. И дальше поехали. Ароматизаторы, не натуральные, просто ароматизаторы. Снова повторяются, значит, разрыхлители, снова консерванты, снова стабилизаторы и консерванты, ароматизаторы, идентичные натуральным. Да? То есть из нормальных продуктов здесь только рисовая мука, вода, ну, сахар еще есть. В составе нашего ассортимента вот эти печенюшки, они не появятся. И очень жалко, потому что ребята научились хорошо делать упаковку. Она европейского вида, европейское качество. Она вызывает аппетит, хочется ее съесть. Она прекрасно выглядит. Действительно, качество хорошее, но состав. Состав совершенно вот, ну, тут даже вот даже сомневаться не о чем, да? Ну, а теперь о хорошем из этих печешек, да? Значит, кукурузные из кукурузной муки, рисовые из кукурузной, но с корицей. Здесь с джемом. Чаще всего берут с кукурузной, потому что он больше всего похож на обычные печешки. По запаху, запах приятный, не яркий, хотя там куча ароматизаторов. Кукурузная, из кукурузной муки, из рисовой, из кукурузной, но с корицей. Чаще всего берут из кукурузной, потому что она не отличается по вкусу от обычных печешек, и, в общем-то, вы можете даже этого не заметить. По консистенции все эти печешки похожи на песочные, обычные песочные печеньки. В рисовой, если у вас хорошие, вы хорошо чувствуете запахи, да, аромат, вы можете легкий уловить запах риса, вот сваренного риса, да, хорошо. Здесь, ну, здесь перебивает запах корицы, поэтому тут, конечно, будет обычная якобы печешка с запахом корицы. Здесь, в этих печешках, легкий, приятный джем, не сильно сладкий, вкусный. Диетика импортирует из Италии вот эту продукцию. Опять же, все красиво, упаковка чудесная, да? Состав. Это опять печенюшки, ну, такие крекерного типа, да, вот из каждой коробочки достали, как это выглядит, да? Значит, по составу, вот если вообще оценивать, он короче, чем их собственные печенюшки, вот, которые сейчас только что тестировали. Но по длине, да, этого состава. Но состав точно такой же, модифицированный кукурузный. Крахмал, разрыхлители, гидрокарбонаты натрия, ароматизаторы, эмульгаторы, гибрициды, ну, то есть масса всякой всякости такой. Ну, пробуем, да? Значит, из каждой коробочки достали, чтобы показать вам, что внутри, да? Здесь вот томатные, здесь вот с травкой, да? Скажу сразу обо всех. Мы их попробовали только что. Что можно сказать? Вот такие вот хлебные палочки, на наш взгляд, самые такие безобидные по вкусу, да? Остальные, это вот сладкая печешка, здесь с томатом. Но я не знаю, что со мной, например, да, там не так с моими вкусовыми ощущениями, но после съедания всех этих печешек остается во рту какой-то незнакомый химический привкус. Ну, не химический, но какой-то посторонний привкус, неприятный. Пришлось попить воды, чтобы попытаться от него избавиться. Завершая, да, это общим итогом, что вот эти вот импортные печешки оставляют привкус, который не оставляют их собственные печешки, которые они производят сами. Хотя там тоже много консервантов, но там ощущения привкуса какого-то постороннего нет. И можно было бы сказать, что у меня странные там вкусовые какие-то, да, лично мои там ощущения, но вот
все тестировщики подсказывают, что да, есть такое, присутствует. Поэтому я скажу, что это не очень хорошие печешки. Пусть они даже импортные, крутые, здоровские, но не стоит.